и Алиса. И мы продолжаем играть в Friday Night Funkin'. В первой части мы прошли первых трех боссов. Они были довольно легенькие. И сейчас четвертая часть! Наконец-то! Четвертый босс. Первый босс — Daddy Dearest. Второй — Spooky Mans. Третий — Pico. И четвертый — Mommy Must Murder. Это жена. Жена нашего Дракулы. У нее также три песни. Третья офигеннейшая, вам она понравится. Так как мы прошли первые два босса на легкой сложности, остальные мы будем проходить на средней. Смотрите, сзади там человечки и девочки опять. Демоны там же. Да, там демоны, потому что и девочки всегда меняют волосы. И у мальчика тоже. Да, и у пацана тоже. И у вампира, да. Кстати, за рулем также сидит вампир. Вы можете внизу чуть-чуть его заметить. Это довольно тяжело. Кстати, довольно тяжело. Вон, там сидит пацан, ведет машину. Так, пока мы выиграем. Немножко тяжело. Первая песня пройдена, 40 тысяч баллов. Чем дальше, тем больше баллов. Раз. Так. 3, 2, 1, go. Уже. Вторая песенка ничего из себя интересного не представляет, кроме сложностей. Кстати, если вы не будете ошибаться, то девочка вам будет говорить, сколько кликов вы сделали подряд правильно. Вот я ошибся, у меня было где-то 35, но я ошибся и заново пошел счет. Сейчас... я опять ошибся. Круто. Тяжеловато немножко. Конечно, это четвертый уровень. Ну это почти самый жесткий, но потому что тут 6 уровней. Не 12, не 13, не 20. Третья песня будет очень, кстати, тяжелая. Мне кажется, я на третьей песне даже проиграю разок. И вы увидите, как мальчик ударит током. Все, вторая песня пройдена, 36 тысяч очков. Я когда увидела, как мальчика током бьет, мне так прикольно стало. Там прям скелет его вырисовали. Все, третья песня. Она вам очень понравится, я уверен. Но не с самого начала. Она будет в середине. Я даже могу предположить, что вы слышали эту песню. Чуть позже. Дождитесь просто. Я уверен, Алиса слышала эту песню. Готовьтесь! Только этот момент капец какой тяжелый. Все. Самый прикольный и самый сложный момент в этой песне пройден. Песня офигенная. Погоди! Я слышала, что нет, не
все, грубо говоря, мы прошли уровень, так как полоска на нашей стороне и самый тяжелый часть мы прошли. Знаешь, что я хочу сделать? Когда любой соперник, раз мы вижу, то у них глаза есть. А когда мы побеждаем, то у них появляются крылья, типа они умерли. Типа они проигрывают. Все, четвертый босс пройден. Пятый босс, а пятый босс это первый босс плюс четвертый, то есть они вместе. Red Snow, красный снег, этот уровень называется. Вот, мы в торговом центре, и пасхалка здесь в том, что сейчас в правом верхнем углу вы можете увидеть пацана с глазами, у него просто две полоски. Это Стикман из одноименной игры. Про пацана Стикмана. Популярная игра. Я не знаю, как я нашел эту пасхалку. Я просто... Ну, я решил посмотреть на людей и увидел этого Стикмана. Я обрадовался. Также здесь есть Дед Мороз, да. Знаете, вот, ну, жених и невеста. Мне нравится, что там жених поднял свою... Муж поднял свою жену. Да, кстати, мы и наша девушка переоделись под новогоднюю тему. В смысле? Вот так. Знаешь, что? Нет, есть. А, да. Есть. Я уже сам задумался. Вот, смотри! Кто это? Да, это из какого-то аниме, да. Да, еще одна пасхалка. В самом верхнем углу я заметила. Самом верхнем. Это из какого-то аниме. Я смотрю на что-то, оно мне напоминает. Чисто пасхалочки налево-направо. Вот эта песенка уже посложнее. Вообще прикольно сделали. Такие мелочи добавили. Так и у нее ушло. У девочки надо больше поплакать. У меня ошибки. Я буду еще пасхалки искать. Ошибок нет. Они меня Я чуть не умер. Я на грани просто. Сейчас произошла катастрофа. Вы можете посмотреть то, что никого сейчас нету. Кинотеатр, торговый центр сломанный. Поломаны перила, где люди стояли. И если вы были внимательны, рядом со Стикманом стоял этот чувак. Я не хотел вам говорить, но если вы были внимательны, то он стоял рядом с Стикманом. Такая у него была голова. Где Рома? Что это за чувак? Не знаю, я просто кайфую. Скажи мне, что случилось? Скажи, Рома. Ну как я тебе скажу, я что создал эту игру? Тут и вилла? Все,
И тут... мы прошли еще одного босса. Тут елка кое-чем. У нас уже последний уровень. И это Hating Simulator FT Molding. Это ненавистный симулятор пацана из Японии. Это пацан-красавец, который нравится всем девочкам. Но на третьей песне, как и в предыдущем уровне, будет небольшой сюрприз. И я уверен, что я на той песне пару раз проиграю, я потому видела, что она довольно сложная. Я видела, что с ней случится. Он стоит... Чуть не вырвалось. Вот. Oh, and you fire mater has come in search of true love. Смотрите, все сзади, все сердечками в глазах. Не буду я вам читать это, потому что мы должны пройти игру. Да, у этого пацана все влюблены. Можете это посмотреть сзади, девочки. Все такое пиксельное. Да, все, кстати, стало пиксельным. Вот так. Ну, потому что мы якобы в симуляторе игры находимся. Вот такое все стало. Это ж типа аниме. Ну да. Я вам рекомендую запомнить лицо пацана, какое оно было в первый момент, и девочек, потому что на втором уровне оно очень сильно поменяется. Так. Запомнили? Он разозлился, и его разлюбили все девочки. Теперь он, ну, реально разозлился, песни стали сложнее. Он разозлился, потому что не хочет позориться перед девочками. И поэтому сейчас будет пытаться нас выиграть, но нас не так просто выиграть. Вся линия на нашей стороне. Вторая песня тоже легкая моментами. Но вот на третьей я уверен, что я проиграю пару раз. Я уверен, что я во второй песне проиграю минимум один раз. Ой, на третьей. Можно я скажу, пожалуйста, про спойлер? Нет. Ой, вы не представляете, что будет на третьей песне. Вы запомните его теперь вот это вот лицо. Лицо Сергеевича. Там же вы видали. Все. Ну, смотрите. На пацана. Знаете, в кого пацан превратился? Смотрите. Его. Вы видели это? Его просто сбомбило. Он съел свой микрофон и превратился в какое-то красное лицо летающее. Третья песня реально жесткая. Но прикольная. Смотрите, все девочки убежали. Школа стала сеть фиолетовая. О, кстати, листья, да, я не заметил, потому что их пропали. Вот этот момент сложный. Качает, но вот эти моменты очень сложные, там где надо вверх и вниз. Она начинает нас захватывать. Нету слов, просто. Сидишь, слушаешь, смотришь на плёцки и залипаешь. А еще мальчик стал бы позориться. Мы держимся на половине по стрелкам примерно.
И это меня пугает, так как здесь ошибка очень много вас стоит. Теперь, блин, он нас немножко выигрывает. Ошибаться вообще нельзя. Мы прошли. Мы прошли. А мы прошли. А мы прошли. Мы прошли эту игру 6 боссов. Это было круто. 17 песен, каждая уникальная. Некоторые качали. А именно здесь вторая песня, третья Милф. И здесь тоже Winter Horror Land. Песня офигенная, уникальная. Я вам очень рекомендую эту игру. Friday Night Funkin'. К сожалению, на данный момент только есть одна часть, которая вышла в прошлом году, 20-м. Но мы ждем вторую часть, и как только она выходит, мы сразу же вам ее записываем. А пока ищем другие интересные игры. Но если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Канал Алиса Киса.